Всем привет! Мы сегодня с Викой будем делать поделку для детского сада. Нам нужна поделка из мусора. Это то, что мы выбрасываем в мусор. Сегодня мы с Викой будем делать поделку из яичной шкарлупы. Для этого нам понадобится лоток из-под яиц, яички, краски, черный фломастер, еще один фломастер. Вот такой у нас укроп, но можно любую траву, мы просто не нашли у нас травичку. Земля, водичка и водичка для красок. Сначала мы будем с Викой разрисовывать нашу подставку для яичек. Хорошо, давай. Чем надо ламелёвывать? Каким цветом ты хочешь разрисовывать? Желтым. Желтым? Угу. Смотри. А как это надо? Смотри. Нам нужно разрисовать только вот эту часть. Серединку нам не надо. А что? Ну, не нужна. Давай вместе. Иди, мама. Давай, поделай. Вот здесь надо? Здесь можно, мама? Да. Надо много набивать. Одно яичко у нас треснуло. Тогда будет два. Тогда будет у нас два. Не три, а два. Давай, я еще не домой. Давай, одну отрежем. Это? Угу. Давай, я вот отрезала. Будем разрисовывать. Сама. Нет, рисуй, разрисовывай ты. Это меняется бумага. Что это? А меняется бумага, да, закинь. Смотри. Я здесь рисовываю. Я помогаю тебе чуть-чуть. Поставь мне ближе краску еще. Я тебе помогу. Я тем цветом там рисую. Я желтый. Но она ты была синим, а я желтым. Не, рисуй желтым. Вот мы разрисовываем. Сегодня мы пойдем в садик. Завтра. Походи, Катя. Походи, пальца. Вика, рисуй. Мам, я там ничего не удобно.
Улетом было все? Да, я только сейчас посмотрю, поправлю немножко. Да? Где? Вот. Все, я поправлю. Не надо больше. Вот мы разрисовали. А теперь яичко. А теперь яичко. Только мы их разрисовывать не будем. А чем? А как? Что как? Чем будем? Мы сейчас их будем с тобой наполнять. Так, аккуратно. Вика, у тебя уже все руки красные. Теперь пускай наша подставка сохнет. А теперь смотри. Все, откладываем наш краски. Нам они не нужны больше. Пока. Теперь смотри. Мы берем каждое яичко. Сейчас я так чуть-чуть больше дырочку сделаю. И каждое яичко. А, нет, подожди. Нет. Смотри. Теперь мы берем укроп. И открываем его. Еще мама. Эй, еще мама. На. Открываем. Все открываем. Открываем. А я посыплю. Нет, подожди. Насыпаем его в нашу землю. Во. Подожди. Берем укроп и насыпаем в нашу землю. Во. Как его много туда получилось. Нет, ну подожди. Теперь мы его перемешиваем все здесь в стаканчике. Нужно. А потом что? Давай еще. Давай я. Давай я. Перемешай. Перемешала все. Теперь надо наши яички заполнить этой землей. Я сама могу. Давай я буду держать, а ты наполняй. По чуть-чуть. Так. По чуть-чуть, ты понимаешь? Вот так. По чуть-чуть. Не стучи. Ну, смотри. Давай. По чуть-чуть. Хватит, нам полностью не нужно. Не, еще давай ложечку. Все? Все. А теперь. А теперь закрасить. Теперь мы одно яичко мы заполнили. Теперь надо второе яичко нам заполнить. Давай мы найдем. Это водичка там потом.
сегодня помнить? Это. И то давай. Я могу сюда сыпать. Все. А это куда? Ну то пускай. Вот мы заполнили наше яичко землей. А потом их с укропом. А потом мы им нарисуем морду. Смайлик. Глазки, носик. Не хочу смайлика. Хочу лошадку. Как я тебе лошадку? Да-да, шарик. Сейчас мы. Мама, я маленький. Но там ничего нема. Давай я сделаю. Смотри. Я сейчас покажу тебе. Смотри. Мы берем наше яичко, да? Это небольшое. И вот смотри. Здесь мы нарисуем глазик. И здесь мы нарисуем глазик. И такой получается с тобой смайлик. И тут ротик нарисуем. А ручки? Все. Это я. Нет, что ж ты. Мы его поставим нашу подставку. Я теперь. Подожди. Мы поставим подставку нашу. Вот так. Теперь я. Нарисуй. Где хочешь рисуй? Вот такой у Вики получился смайлик. А брови ему нарисуй, как у мамы, вот так. Хорошо. Все, больше ничего там не рисуй. Вот такой у Вики получился смайлик. Теперь осталось нам приклеить эти смайлики. А это куда? То пускай осталось, но нам уже не нужно. Еще нам понадобится клей ПВА. Мы возьмем, видно там, мы возьмем клей, приклеим наше яичко к глазку. Вот так намажем. Поставим. Я. Подожди. А. Все. Вот так. Они должны приклеиться. Покажи, как они так одеются. О. Теперь все руки грязные, все грязное. Теперь мы возьмем водичку. Давай я. И польем наше яичко. Еще сюда. Теперь наш укроп должен прорасти. Хотя там должна быть травичка, но мы как не нашли в себя травички, мы посадили укроп. Посмотрим, прорастет оно или нет. Мы сейчас возьмем вот там. Я чуть-чуть помешаю. Можно я? Ну,
мама. Все, наша поделка готова. Вот такие у нас получились яичко. Вот такие смайлики наши интересные. Вика их понесет в садик, да? Как они разбьются? Не упадут. Не упадут, отнесем завтра в садик. Всем пока, до новых встреч, лайки и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте на наши ролики. Нажмите на лайк и на колокольчик. Всем пока!